Здравствуйте, меня зовут Оля Нарыжная, я стилист по прическам. На своем канале я стараюсь выкладывать видео с такими прическами, которые может повторить каждая девушка. Может повторить ее на себе, либо на сестре, подруге, маме, дочке и так далее. И вот сегодня, конечно же, я хочу поговорить о прическе на 1 сентября, потому что лето стремительно заканчивается, и этот замечательный школьный праздник вот-вот уже наступит, и нужно быть к нему подготовленным. Поскольку это праздник, то, конечно же, в прическе хочется использовать локоны, какие-то воздушные такие элементы, форму. Но нужно учитывать, что это не просто праздник, а праздник такой школьный. И нужно соблюдать некий этикет или дресс-код, если хотите. В общем, я выбрала прическу, в которой будут присутствовать локоны, но при этом она будет собранная, потому что школьная прическа должна быть собранная. Я буду использовать плетение «Водопад» и соберу все локоны в хвост. Давайте поскорее приступим и посмотрим, что же у нас получится. Я отделила глубокий боковой пробор и начинаю плетение из уголка. Делю небольшую прядь, делю на три части и начинаю с верхней пряди. Заплетаю косу из трех прядей. Делаю подхват, как обычно, когда заплетаем косу, французскую косу из трех прядей. С правой стороны отпускаю прядь и беру новую. С левой стороны делаю подхват. С правой стороны отпускаю прядь, беру новую. С левой стороны делаю подхват. И в такой технике продолжаю плетение. Детские волосы имеют свойство плохо держать накрутку, поэтому я предварительно обработаю волосы солевым спреем. И накручиваю все-все-все волосы на утюжок. И теперь каждую прядь я буду расправлять, увеличивая ее в объеме. Thank you.
можно уже оставить и так. Но я предлагаю все волосы собрать в хвост. И полученный хвост еще подчешу изнутри. Вот такая легкая, воздушная, но при этом собранная, сдержанная прическа у нас получилась для Сонечки. Если вам понравилась эта прическа, если вам нравятся мои видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх и оставляйте свои комментарии. Очень-очень жду ваших комментариев с замечаниями, пожеланиями и просто с вашим мнением об этой прическе. А еще подписывайтесь на мой инстаграм, там вы найдете очень много причесок и свадебных, и вечерних, и на каждый день, и с плетением. Ну а я с вами прощаюсь, пока-пока!